Отложить или вовсе упразднить криптовалютный налог в 22% просят участники криптовалютного рынка у Министерства финансов Таиланда. Королевским указом был установлен налог на все криптовалютные сделки – 7% НДС и 15% налога на прирост капитала. Тайский регулятор утвердил налог на торговлю криптовалютой, чтобы обезопасить наивных торговцев от утраты личных средств. Участники же рынка уверены в том, что криптовалютные налоги станут преградой для стартапов и ICO, а Таиланд формирует имидж государства, не заинтересованного в развитии финтех-сектора.